Как понять? Проблемкины. Как понять то, что я записываю? Вот так, сейчас записываю, только сейчас игра вылетит чуть-чуть. Что-то у меня игры с ОБСом вылетают, это херово. Как жить-то так, ребята? А, расскажите, сегодня я хочу поиграть с вами в Oblivion, потому что Sims у меня вылетает. Так, проблемкины. Так, пожалуйста. Нам этот проблемки не устраивает. Так. Обливион, давайте. Мой любимый. Так, все, должно все по идее работать, да? Я могу продолжать с последнего сохранения. Мы начинаем, мы продолжаем играть в Sims. Так, мы все с Oblivion. Закончим мы на гильдии бойцов. Так. По идее, я сейчас должен слышать, как и вы, так что у меня должно быть все нормально. Так. Полегче, они очень сильные. Я вот вам помогу. Откуда они бегут? Кстати, я хочу с вами бежать. Куда вы бежите, расскажите. А вот все бьются. Во. Так-то лучше, чуваки. Ева. Меня только не бейте, пожалуйста. Я хочу скрываться за их могучими спинами, а сам ничего не делать. Потому что это слишком жестко. Они слишком сильные. Что за говно? Они кто бьют вообще странно. Проклятий. Я тебя не донес. Чтобы они убили их, нужно убить. Так, рудокоп. Рудокопили его полный. Ого, кольцо. Сохранился. Я сейчас сохранился. Стоять. Блин, вот это жесть. Вот это они очень сильные. Я тебя не боюсь. Всё. О, запечатаем мы 4 секунды, запечатать мне нужно вернуться к Бурзу Грошу за наградой. Бурзу Грошу. Бурзу Гро Кашу. Нормально. Со всеми гоблинами покончено. Хорошая работа, солдат. Возвращайся к Грокашу за своим... Окей. Удачи тебе. Тут они сильные. Так. Тут копы у них вообще ни хера нет. Полезно. О. Так. Шляпки всякие пособирать. Быть старичком, который все собирает. Пригодится, я там отварчик сделаю, все дела. А, все, вот тут уже выход. Резина подозна к мой наблад повышенными
повыше нами силой и выносливостью. Это хорошо. Должно свести шизобред. Я вспрыгнул тут сколько, пару метров было. Я, блин, в реальности прыгал больше. Мне вообще уже... Реально, жесть какая-то. Что-то слабенькое. Вообще жесть. Вы видели, блин, какая там реально, что там было? Как куль какая-то маленькая, да? Такие мы нежные. Вообще я тут гильдии коваров пришел, а тут уже бойцов вступил. Выполняю тут бойцов всякое вообще. Давно не было тоже обливиона, потому что я ждал микрофон, что было более-менее. Хотя я вообще даже не знаю, как меня слышно, я просто боюсь сворачивать эту игру. Вот такое. Даже ничего не проверил, ничего не сделал. Безответственно вообще, на максимум. Там еще в школку мы ходили, очень все печально. Чувак, давай. Вопрос с доставкой оружия еще не решен. Повышение контракта. Оружие доставлено, шахта зачищена, потерь нет. Это лучше, чем я от тебя ожидал. Вот твое вознаграждение и небольшая премия. Вот так-то. Ты ведешь себя достойно. Я произвожу тебя в ученики. Удачи. Извини. Сейчас ничего нет. По крайней мере, для бойца твоего ранга. Поговори с Азаном Ванвиле. Может, у него что-то есть. Азан. Береги себя. Я стал учеником. Понимаете? Так, можно тебе понабирать у них. Ни хера нет. Шкура медведя. Взломать еще могу. Так. О. Тише. Вот так. Спрячь не забыл. Гнитовые церемонии. Вот такие просто сувенирчики, типа. Пускай будут у вас. Вот сапфирчик я заберу. Что я могу сделать для тебя? Чё? Продолжай. Я могу починить все, что ты сломаешь. А, ну за бабки. Я думал, ты бесплатно. И тебе всего наилучшего. Мы же братаны с тобой. Мы с тобой в одной гильдии. Ангел — это город какой-то, я не помню. Брайл. Скингрид. Да, вот Ангел. О, там поговорить, конечно. Я уже лучше пойду в это вот. Назад побегу. В... Телеснит у меня есть украденные вещи на свой, наверное. Закармуду у него. У меня вот карта. Вот так. Все, мне нужно выйти и пить. Пока атлетику не прокачаю. Буду так ходить пешочком. У меня чё, нет чё, на тебя чё, времени. Ой.
что вот скорее в обливине можно много сохраняться. Если вылетит, то будет не обидно. Потому что я сохраняюсь там как в каждую секунду. Так, все, сейчас пройдем. Дорога нам уже не нужна, мы по дороге все открыли. Просто идем, куда глаза глядят. Руки, конечно же, достанем, чтобы еще сразу в лицо давать. Так. Стамана. Так, конечно, сейчас мне больше скорее хочется играть, чем Обливион, но все же Обливион тоже нужно чуть-чуть подтянуть все дела. Разнообразие небольшое для меня. Поэтому это, у меня все грустно в последнее время в жизни. Так бывает. Хотя веселые моменты бывают. Но в основном грустно. Так. Все, я тут собирал уже. И это просто нельзя собирать. А, не, можно. Нектары всякие. Жень. Так. У меня все открыто, да. Все открыто вообще. Да даже нечего изучить. А вот. Вот это я уже понимаю. О, акробатика как пошел, даже вдохнуть и осмыслить все, чему научились. Наконец-то новый уровень. У меня какой уровень? У меня только первый или уже второй? Второй уровень, ура! За сколько серий? Так, все. Спасибо. Так. Второй уровень, это, конечно, топ. Ради чего стоило жить? Шахта какая-то. Да, давай сюда. Не то, что сложность повысилась. Тогда давайте-ка сложность туда отвернем на среднее. Игра. То я что-то переборщил. Была у меня где-то вот тут вот она и была. На среднячках. А значит я, видимо, немного повысил. Сложно для меня было. Но сложно. Видали, как я в Skyrim играл? Если не видали, то... О, то печально. У меня слеза по щеке текёт из-за этого. А если видали, то, ну, просто в скрытности ходишь и всё. Вот еще гоблина сразу замочим. Сюда, иди, говно. Оп. Тихо. Сюда замочим. Клинички они полегче намного. И пускай будет так. Среднячок нормально. Может чуть-чуть повыше. Чувствует моя жопа сложности сразу такая, не-не-не-не-не-не. Это, пожалуй, слишком. Так. Оп. Ну почти. Давай, чё. Хармах, во, всё, нашёл. Палим дальше. А что сохраняюсь постоянно? Так. Карма найдена, это, конечно, топово, поэтому заканчивать знаю, когда надо.
закончим 50 минуточек. Посмотрим, сколько серий будет. Ну, запишу сегодня 2 серии. Коротенькие такие, потому что настроения особо нет. Что-то делать. Так. Все изучил. Томаты. О. Томаты поворовали. Лук порей. О. Ну. Прям как... как в Skyrim зашел. Так. Восстановление. Фу, я чуть сегодня мне очень херово настроение отвечаю вам. Как обычно. Я sad boy. Ага. Это ж повышенное, да? Ну да. Сейчас повышить сделаю. Или вот так. Отравил. Так, сколько локаций мы открыли, нормально. Так, уже близко с городом. С городом, так. Хоп. О, молотков, нихера себе. Это чинится сейчас можно. Мои молодочки. Ага, враги рядом, давай. Ага, скелет. Говно, блин. Это я. Так. Где-нибудь у вас есть завалиться можно поспать? А? Вроде нет. Воров там есть рядом. Что там? О, монетки. Камень душ. Золотая кость. Так, во. И всякие яды, нормально. Рядом. О, еще вот. Так. Сохраняемся, все, идем до города. Так, еще вообще 4 минуты целых. Так, ага. Я, наверное, помоюсь, а потом уже запишу серию, а может, хотя пофиг, помыться всегда успеете, кстати. Еще фильмец какой-то хочу посмотреть, ой, как фильмец я люблю стрелять. Я начал так любить, вникаться, так, добро в фильмах такое люблю. Любить кержесинские фильмы, знаете, потому что там очень много добра, много всего. Там там уже изведано. Откуда ж мы выбрались? Рыбу убить нет? Есть, похоже.
походу, да? Или кто это? Покажись, трус. Это просто музыка была. Так, ладно, не важно. Пещера вот есть неизведанно. Да, сейчас обойдем как раз. Нужно там обойти. Может, конечно, через город пробираться, но. И... Это такое. Вот опять он там спрыгнул с пару метров. Вот дурачок. Имперского города, но еще какой-то вход наш. Но вход задний проход. Так. Пески сады имперского города. Я думал выполнить квест, а потом закончить, потому что... Эй, тебе нужно что-то особенное? О-о-о. Взгляни на мои товары. Не знал, что есть. Ты не найдешь такого в других лавках. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Все. И отмычки. Это честная сделка. Мёд. Это хорошая сделка. Пиво. Расскажи обо мне. Ладно. Заходи в любое время, друг. Я... Убери свои руки, вор. Нифига себе, какой-то безумный чувак стоит там. Теперь я знаю, что здесь какой-то чел. Даже могу серию в честь него назвать, потому что... А тут же будут указатели, куда мне идти, нормально. Сейчас по указателю придем по городку безопасно, чтобы... Что такое, гражданин? Все хорошо, гражданин. Так, по спинам прокачаемся, все дела. Что такое, гражданин? Так. Такая тактика, да? Так. Так. Городской стоп. Это все так быстро добрались. Ой, если идти по этому маркеру, то все очень быстро и хорошо. Так. Я ей продал бабки и все, что надо сделал. Известно ли, где Арманд Кристоф? Понятия не имею. Так, фиска девица, Порт-Уоррен, заклонил имперской стражи, они ищут Арманда Кристофа, нет сомнений, что этой ночью он не появится. Сад Дерлона сейчас слишком горячее место, мне нужно выяснить, где он прячется. Может быть, один из членов гильдии воров расскажет мне, где он будет спрашивать. Ты можешь сказать мне? Ну, какой-то квест. Поэтому всем пока, с вами был Игорь. Сохраняемся. Всем пока.